Верно ли понимаю, что в 2017 году боролись две идеи? Идеи интернационального капитала, средства производства находятся в частных руках, и национального, средства производства принадлежат государству. Абсолютно неверно. Там боролись две идеи. Что средства производства принадлежат либо частным лицам, то есть находятся в частных руках, либо принадлежат обществу, то есть народу. То есть, собственно говоря, вопрос был, может ли находиться в частных руках, чьих бы то ни было, национальных, не национальных, это без разницы. Так вот, средства производства, на которых эксплуатируются люди. Вот и все.